Здорово, Сириус Сэм. Крутой Сэм, серьезный Сэм. Сегодня будет в Амстердаме. Убить мэра. Амстердам захвачен врагом. Твоя задача – устранить самопровозглашенного мэра города Джирада. В городе организовано движение сопротивления, и с его помощью можно рассчитывать на успех. Первое. Отправляйся в кинотеатр на Дворцовой площади и получи пароль, чтобы проникнуть во дворец. Дворец расположен как раз напротив кинотеатра. Проникни во дворец и уничтожь мэра. А сейчас просто постарайся доехать до кинотеатра без проблем. Такие дела. Поехали. Очень необычная карта. Ничего подобного я на самом деле не видел. И совершенно случайно наткнулся на данную карту и на данный режим. Такие дела. То есть ранее такого не было. Планы меняются. Сперва ты потерялся сам, а теперь потерял машину. Но ничего, попробуй добраться до площади через трущобы. На карте отмечена дорога до площади. Удачи. Находимся здесь. Добраться туда. Принято. Так. Там цыпа-цыпа, да, у нас? Там мы где-то цыпа-цыпа. Прячемся за машиной, выбегаем и... Потихонечку, оп. Благо, что здесь точность очень хорошая. Высокая точность. Банс. Банс. Есть ракетница, но мы будем по... Говорится, по-колхозному все делать. Отлично. Мы были в различных трущобах. Мы были в различных, грубо говоря, местах. Замках, пещерах, в водопаде. Где мы только не были. О, сюда я не забегал. Но вот в городе желтых фонарей в Амстердаме, где можно перехватить, мы не были. А Сэм уж тем более. Так, ну что, давайте посмотрим, давайте осмотримся. Совершенно случайно, просто совершенно случайно я наткнулся на эту карту. Решил просто побегать в Сэма, поиграть, повеселиться. А тут бац. И, как говорится, вторая смена. Ну ничего. Посмотрим вместе. Так, вход. Что здесь есть? Лифт. Опаньки. Жаль, только вот эти вот текстурки пострадали. То есть как-то разработчик не удосужился подетальнее что-нибудь найти. Получилось в итоге размазано. Но все равно смотрится прикольно. Есть кто? Чик-чик-чик-чик-чик. О, привет. Привет. Ничего себе. Пытается запрыгнуть. Деловые вообще, обалдеть. Все, двое. А, нет. Аккуратненько играем на нормале. То есть обычно я ставлю турист для изучения, но решил как-то вот, говорю уже, просто решил поиграться немножко. Есть что-нибудь секретное? Вот здесь текстурка неплохая. Да, это Ванамас стайл. Текстурка неплохая, но да ладно. Я его свижу. Аналогично, сэр. Так, может быть взять двухстволочку в канон Думу. Все-таки мясо, стрельба. Самое время. Самое время, скажу я вам. Вещь великолепная. Убойная. Так, что нам там пишут? Это у нас враги. Биомеханоид. Безголовый гранатометчик, безголовый подрывник и самец Гнара. Так, это мы все видели, это мы все читали. Нас это сейчас не интересует вообще причем. Так, пробежимся по данному балкончику. О, за броньку спасибо. Так, кто-то там где-то орал. Что тут написано? Serious Chicken, серьезный цыпленок. Забегаловочка такая. Небольшая. Длительность данной карты я не знаю. Говорю сразу. Что здесь будет дальше, я тем более не знаю. Я просто помню, запустил. Проверил звук. Увидел офигенную заставку. Ну, вы сами понимаете, к чему я это говорю. Увидел хорошую заставку. Ну и, в принципе, на этом все. Так, может быть, что-то взять. О, во, с двойных.
Ох ты ж, ёкало мене! Серьезно, серьезно, серьезно. Кириешки понабежали, клир. Ау, 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 ау. Еще и бычары теперь пошли. Бам. Не, здесь нужна двухстволочка. Явно для таких быков нужна... Капец. Ау. Двухстволка — единственный вариант. Обалдеть, на нормале, конечно, рвут. Просто разрывает. 16 здоровья, вы серьезно? Я даже сохранюсь на всякий случай, потому что, ну, это опасно. Так, а сюда зайти никуда нельзя? Нет. Кстати, кровь была похожа на Zero Tolerance. Такая же кровушка была. Ну, кажется, может быть, просто... Отлично. Так, тактических данных пока никаких нет. Быков мы видели, всю эту лабуду мы все видели. Блин, здоровья нет. Блин, здоровья нет вообще. Есть кто? Никого. Ха! Пусто, пусто. Нет, никаких секретиков нет. Куда-нибудь стрельнуть, что-нибудь там такое. В дверь зайти там. Hello! Открывайте на чашечку чкая. Чкая. Крутой Сэм. Так, это что? Сюда, видимо, да? Ну, по карте? Да, по карте сюда. Опа! Очень классно сделано, согласитесь. Переходы хороши. Мне нравится то, что нет загрузок никаких практически. Так, что у нас здесь? Канализейшн. Нет, ну сделано, скажу я вам, очень, очень даже не дурно. Ничего себе, уже начинает бросаться. Ау, зря я подошел. Так, свободен. Аптеку бы мне надо. Аптеку. Аптекочка, ну-ка, Лёлик. И чё? И где ты есть? Погодите. О. Ау, там рыба была. Я видел рыбу. Я видел рыбу. Чё-то как-то мне не хочется туда вообще идти. Готова, сволочь. Там, походу, рыба где-то там была. Или, может быть, это была часть от скорпиона, я не знаю. Слышно, слышно, слышно. Чуйку не обманешь, но... Так, надо бы взять что-нибудь такое, наверное. Во, у меня же вот что есть, Томпсон. Так, кто-то орёт где-то. А-а-а, вижу. Глаз алмаз, не обманешь. А, блин! Вы что делаете? Это как так? Она еще и прыгает. Жесть какая-то. Вот что значит давненько не играть на нормале, в принципе. Это Алис Копут. Сохранюсь на всякий случай. Ох ты, ё. Серьезно? Уложили просто на раз-два. Не, ну нужно здесь что-нибудь посерьезнее, наверное. Так, давайте как-то распределим силы, потому что, ну, это вообще не вариант. Я красавчик, да? Там-та-дам. Та-та-там-та-там. А аптечки вообще никак не найти здесь, да? Здесь никакой аптеки нет, потому что, ну... Вы сами же понимаете, но это трагедия, это залет. Мне бы аптеку. Может, что-нибудь есть? Нет, только глухие стены. А как же проходить-то тогда? Это ж какая сложность здесь. Как вообще в это играть-то? Нету, конечно, понятно, что можно сказать. Вот ты там, чего, играй, не хочу. Так, давайте попробуем резко ворваться. Вот таким вот образом. Серьезно? Надо подумать. Это капец как сложно было, скажу я вам. 9 здоровья, но это смешно. Вроде бы всех вальнул, успел. Просто ворвался с ракетницей, уж не стал как-то записывать, потому что шухер был. Здоровье, здоровье. О, да. А вы знаете, какой-то антураж в этом есть, когда играешь, и вроде бы такая суперсложность.
Вроде бы думаешь, ну мелочь какая-то. А что это такое, интересно? Ладно, не будем тратить патроны, я думаю. Привет. Пока. А вот и здоровья нет больше. Раз-раз и на матрас, и уже 14 здоровья. Вот так вот, вот и весь антураж. Тут ничего нет. Странно. Не освещенно еще, главное, все такое. Блин, я боюсь сюда заглядывать вообще. Сволочь, еще и патроны все кончились. Вообще, я в шоколаде. Я шоколадный заяц. Я сладкий на все 100. Что-то большеватые полки для Гулливера, походу, какого-то. Слушайте, ну пока, как сказать, ну неплохо так, мы справляемся. Вроде бы, что у нас здесь? Да ничего, какая-то фигня. Какое-то подобие бочек, не знаю, возможно, эта штука должна была, да, взрываться когда-то. То есть, может быть, в планах у автора это было, но я сомневаюсь, то есть, что... Сколько патронов? 100. Ну, на все 100, да, действительно, шоколадный заяц на все 100. Да, свежий воздух после канализации, это самое оно. Кафе. Смотрите, прикольно сделано, как танцовщицы какие-то. What's up, bitch? Действительно, бич, ты чё? Прикольно, путаны, ну это же Амстердам, ну как же так-то, я ж не мог подумать иначе. Так, а что у нас здесь? XXX. Кафешечка. Кафешечка, это всегда хорошо. Голубой бар. Нет, нам явно не сюда. Ух ты, еще стекла разбиваются. Класс, они за решеткой еще. Ау. Ау, вот это жар. Вот здесь ощущаю, что ты точно попал куда? В Амстердам. А есть что попроще? Иди сюда, моя добыча. Красавец. Обалдеть. Движуха просто зачетная, скажу я вам. Мне нравится. Только хотел подойти. Вот только хотел подойти. И обязательно что-нибудь случится. Красиво. Красиво. Palace Square Cinema. Хм. Так, есть кого? Видно кого? Так, ну там механоиды. Бью. Это... Угу. Средства есть, конечно, от них. Блин, какой же здесь искусственный интеллект. Все-таки он вырывает просто мозг вам. А в принципе, это и правильно. Скажу я вам. Правильно сделано. Нечего расслабляться, нечего играть на туристе. В такие вещи, в такие карты. А, свежий воздух. Так, Сириус, что? Опять чикен. Так. Ё-моё. Не, ну вот это уже не серьезно. Я не смогу. Я не смогу. Здесь нужна строгая, строжайшая экономия патронов. Ау, ау, ау. Нет, 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 нет. Взрывная волна зачетная. Ауч. Ломайся, тележка. Нехило. Да. Я это сделал, но это было очень сложно. Очень тяжело. Так. Пока тишина. Шмяк. Так, а здесь можно как-то зайти, потому что тут вывеска такая, знаете, сногсшибательная. Серьезно, можно? Сейчас здесь понабегут. А может и нет, кстати. Accordion Man Live. На аккордеоне играет чувак. Так, ну наверху-то точно кто-то будет. Ё-моё, чё-то здесь мне не нравится это движение. О-о-о. Так, надо прочитать все это барахло, потому что мы это уже читали.
Ва. Так, Джейсон's Bladder. Thousand Clears. Снайпер Сэм. Я уж снайпер, да. Так. Да будет свет. Ага, вот. Sam be damned by Steelhorn. Блин, классно сделано, скажу я вам. Жалко. Побольше бы вот, побольше. У меня только в списке там штуки 4, наверное, 5 карт и все. Ну, подобных. Может быть, и то не факт, что они прям... Ау! Так, надо что-то брать посерьезнее. Да так дело не пойдет. Это проигрышный вариант. Блин, 10 патронов там, 10 тут. Ну что это такое? Сохраниться надо. Стилхорд. Ага, вот, это хорошо. Сами себя порвали, это хорошо. Но только таким способом, наверное, с нашим-то, с нашей ситуацией, когда патронов вообще никак нет. Но есть, конечно, бесплатная фигня. Бесплатная фигня в плане пистолетов. Да, они, конечно, удобные, но я сомневаюсь, что прям с ними можно... А как он так с летающего превратился в обычного? Такое бывает? Это было круто. Как так? Я не понял. Почему он взял и побежал? Он летал. Привет, пока. Все? Ну, пока да. Так, миниган, это интересно. Ики Текстерс, Урбан. Так, Урбан. Сохраниться надо, сложно. Может взять такой автомат пока, или нет? Не, грех не воспользоваться миниганом. Вы что, это ж такая вещь. Привет. Получен пароль. Ох, Хуан, не нравишься ты мне. Я получил пароль. Технические данные есть что-нибудь? Да ничего. Убить мэра и все. Так. Ну, пароль мы получили, это самое главное. А дальше уже как бы... Никого не волнует. Так. Оу. Серьезно? Вы серьезно? Это сейчас не шутка была? Потому что я так думаю, что это была все шутка. Да, ну патронов, конечно, жалко. Ну а что делать? Что делать? Продуем, так продуем. Так. Красота! Открытые пространства! Так, еще быки, походу, будут бежать, да? Вот эти, которые сидят, видите? А, вон там еще что-то. О, блин, прикольно сделано. Я уже, наверное, 10 раз это сказал, но реально прикольно сделал. О-о-о, я ушел. Все, я ушел. Куда ушел? Неизвестно, куда ушел, но куда-то, короче, ушел. Просто ушел. Ауч! Ауч! Капец, вы тут меня замостили, вы чё? Хорошо пошло. Давай, зараза. Кириешка в кучу вообще. Только я их не люблю. Сейчас быки побегут. Вот это вообще будет сложно. С быками это вообще Алис Капут. О. Так, капец. Все, расчистили. Оу. Hello, how are you? I just call to say I kill you. I just call to say you're dead. Ау, нет, тут тупичок. Не очень кошерное место. Очень не кошерное место, если быть точнее. Обалдеть, вот высадка. В Нормандии. Ау! Доберись до дворца. Да я уж как бы вот пытаюсь, но вот как-то безуспешно.
Вот эта сволочь, нет, не встанет. Обалдеть. Ау! Я думал, они умерли. А хотя нет, с какого перепуга они должны были умереть, если... Да. Эта сволочь наплодила. Я вот расхлёбываю. Свободен. На танцполе нет свободных мест, но ты свободен. Так, а есть что-нибудь? Подпиточка какая-нибудь, что-нибудь перекусить? Ну, капец. О. Да, со здоровьем по-прежнему напряженка. Так, нам, видимо, сюда каким-то образом, но нужно раздобыть ключик. Я так думаю. Ну да. Хорошо. Так. Serious Chicken, я там был. Ну, знаете, все равно сделано прикольно. Хоть и некоторые текстуры, конечно, не гармонируют, то есть не совпадают периодически, но это не страшно. 300 патронов, да? Угу. Нет, сюда зайти нельзя. J&M. Так, а может быть здесь где-то можно как-то так створочку-то приподнять бы нам бы. Ну смотрите, несколько мест J&M, бар есть. Можно сходить в бар, можно сходить в Serious Chicken. Попробовать хрустящих клиров. Жульен с Гнаарами. Ну, то есть вариантов как бы много, поэтому... Знай только, выбирай, чем полакомиться. Нет, сюда пока нельзя. Бар... В бар ну никак не пускает. Может быть, в две звезды? Хотя бы. Жаль, жаль, жаль. Можно было бы сделать поинтерактивней. Но вот, видите, я пытался найти, кстати, свежую версию. Но есть только 2.0. Третьего вообще не дано. Ага, значит сюда. Привет. Ах ты, сволочь, мэр, смотался. Это мэр был. Помните? О, да, помните. Оу. Оу. Ха. Однако, вот мы и встряли. Так, что дальше? А что дальше, я не знаю. Ну что, друзья? Давайте я с вами здесь попрощаюсь. А что будет дальше? Мы, возможно, когда-нибудь посмотрим во второй серии. Но я уже почему-то не уверен. Хорошего настроения. Serious Sam в Амстердаме. Пока.